Всем-всем привет, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 23 октября 2021 года. Мы, как всегда, начинать. И начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Я жду с вас лайк, комментарий, а также подписку. И не забудьте сделать репост одного из моих прогнозов. И подписывайтесь в Инстаграм и ВКонтакте. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Если у Овна сегодня что-то не ладится, так это не от недостатка усилий, а от того, что прикладывает он их бестолково. Душу вложить – все сможешь сделать тогда, гласит русская пословица. Отнеситесь к проблеме с искренним интересом, и решение придет само собой. Главная ошибка Овна сейчас – поиск сложности там, где их нет на самом деле. Гороскоп учит – идите прямым путем, он сегодня не только самый короткий, но и единственно верный. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня звезды гороскопа советуют Овну осуществить в личной жизни какие-то конкретные планы, которые он откладывал на потом, на попозже, на когда-нибудь еще там. Если у Овна есть любимый человек, займитесь выбором тура в романтическое путешествие, составлением сметы на ремонт или выбором новой мебели в гостиную. Сегодня решение подобных задач принесет и пользу, и радость вам обоим. Ну а у свободного Овна диапазон гораздо шире. От пения, серенад под окном человека, чье сердце он хочет завоевать, до нового знакомства или приглашения на свидание. Звезды подарят необходимый для решительных шагов напор и запал. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня для Овна залогом успеха станет поговорка: наглость – второе счастье. Звезды советуют ему отбросить излишнюю скромность и, не стесняясь, брать свое там, где это заслужено. Ну или там, где это возможно. Сегодня события складываются так, что если Овен не проявит инициативу и немножечко напора, сдобренного небольшой долей наглости, то удачным стечением обстоятельств обязательно воспользуется кто-то другой. Но, увы, уже не Овен. Так почему бы не сделать приятное себе? Тем более, что это никому не принесет особого вреда. Так что смелее и полный вперед, дорогие мои овны. Телец. Сегодня тельца может обеспокоить собственное будущее. Весьма вероятно, что вы будете переживать о том, что ждет вас впереди. Не исключено, что происходящие вокруг вас события выбьют из привычной колеи и сделают перспективы туманными. Гороскоп уверяет. Лучшее, что может сделать телец, это перестать рефлексовать и начать предпринимать конкретные действия, которые помогут ему получить уверенность в этом дне. Сегодня это не только принесет конкретную пользу, но и успокоит нервы тельца. Любовный гороскоп для тельца. Гороскоп говорит о том, что сегодняшние эмоции, мешавшие тельцу ясно видеть ситуацию в отношениях с любимым человеком, отступят на второй план. Телец умеет спокойно обдумать, что именно его беспокоит и как следует поступить. Сегодня отличный момент для решения принципиальных вопросов. Развивать ли зарождающуюся любовную связь, принимать ли ухаживание, кого из претендентов выбрать. Даже если решительных действий телец сегодня не предпримет, он сумеет многое ясно понять, если, конечно, у него есть такая потребность. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. Авральное положение дел на работе сегодня настолько затянет тельца, что к вечеру он может почувствовать себя полностью опустошенным. Загнанный, как скаковая лошадь, телец может впасть в панику и начать хвататься за выполнение всех дел одновременно, а это однозначно не приведет ни к чему хорошему. Гороскоп советует тельцу не суетиться, часть дел перепоручить подчиненным или коллегам, часть отложить, а часть планомерно выполнять самому. Даже если все выполнить сегодня не удастся, самые важные вопросы будут все же решены. Близнецы. Обстоятельства торопят, а вы никак не можете принять решение? Сегодня близнецы могут потратить немало энергии на метание из угла в угол и заламывание рук. Определиться в своих желаниях или в стратегии поведения сегодня им очень сложно, а жажда деятельности требует немедленного удовлетворения. Гороскоп советует близнецам успокоиться, замедлить темп до минимально возможного уровня, а лучше и вовсе взять тайм-аут, а уж потом, обдумав обстоятельства на спокойную голову, за пару огромных скачков преодолеть то расстояние, которое никак не получалось пройти суетливым семенящим шагом.
Любовный гороскоп для близнецов. Гороскоп предупреждает: сегодня ум и сердце близнецов будут то и дело говорить в разнобой. Близнецам будет трудно понять, чего они хотят, что будет отображаться на отношениях с противоположным полом. Кроме того, в этот день не исключен привет из прошлого. К примеру, в отношениях с бывшим партнером близнецы могут повести себя как собака на сене. Учитывая эмоциональную нестабильность сегодня, звезды советуют близнецам отложить принятие ответственных решений, да хотя бы до завтра. И тогда, может быть, сегодняшний день пройдет и неплохо. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецов на работе может ожидать такая неприятность, как невозможность сосредоточиться и внятно сформулировать свои мысли. Это состояние может не только выбить из рабочего настроя, но и напугать обычно более решительных близнецов. Гороскоп обещает, что это временное явление, которое в скором времени пройдет само по себе. Ну а пока, чтобы никто не догадался о кратковременном приступе разжижения мозга у близнецов, им стоит взяться за ту работу, которую можно делать автоматически, не подключая к исполнению подводящую сегодня часть организма. Рак. Поговорка «поспешишь, людей насмешишь» для рака сегодня не актуальна. Именно скорость в этот день станет его козырем. А еще сегодня для рака на первый план должны выйти его интересы и желания. Заботы о благе человечества или дальних знакомых отодвиньте на потом. Но сейчас займитесь своими собственными. К ним относятся такие проблемы людей ближнего круга, тех, за кого болит сердце. Гороскоп советует отказаться от альтруизма и жертвенности. Ну, во-первых, не оценят, а во-вторых, не поверят в их искренность. Любовный гороскоп для рака. Сегодня рак способен разработать настоящую военную стратегию для покорения сердца намеченной жертвы. Ну, жертва, сами понимаете, в кавычках. Гороскоп призывает только вперед. Если рак определился с избранником, но тот пока еще представляет собой неприступную крепость, сегодня ему не поздоровится. Для его покорения рак сумеет задействовать весь непобедимый арсенал. Это значит обаяние, сексуальность и харизму. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Если рак держал на примете какой-либо новый проект, то сегодня именно тот день, когда его можно начать воплощать в жизнь. Звезды в этот день наделили рака потрясающим даром убеждения, поэтому презентация идеи вызовет однозначное одобрение и коллег, и начальства. День благоприятен для любых начинаний, связанных с получением дохода. Рак может быть уверен, начатое сегодня дело станет основой для получения хороших дивидендов. Лев. Гороскоп уверяет, сегодня лев может удивить инициативностью и активностью не только окружающих, но и себя самого. Остается только направить энергию в правильное русло и сможете выиграть в игре «Царь горы». Удача ждет льва во всех сферах деятельности, будь то работа, отдых, ну и, конечно же, любовь. Многого добиться сегодня лев сможет через общение. Будьте предельно искренни, прямо говорите о своих потребностях и получите то, что вам необходимо, если не станете требовать слишком многого, конечно же. Любовный гороскоп для льва. Сегодня льву будет трудно усидеть на месте, и гороскоп советует ему отправиться, куда глаза глядят, вместе с человеком, который ему очень дорог. Это поможет укрепить связь между возлюбленными, так что отправляйтесь в совместное путешествие, ну или хотя бы прогуляйтесь под луной. Кроме того, сегодня у льва отличное время для новых знакомств, причем состояться они могут вдали от привычных маршрутов. Так что имейте в виду, новая компания или поездка на другой конец города подарит дополнительный шанс для встречи своей второй половинки. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Общение. Вот конек льва на этот день. Ему удастся найти общий язык буквально с каждым в коллективе, уладить любой рабочий конфликт, решив его самым оптимальным способом, с наименьшими потерями сил и времени и к всеобщему удовольствию. Гороскоп советует льву воспользоваться красноречивостью этого дня и не упустите возможность продвинуть вперед свои дела. Дева. Самое невыносимое для девы сегодня... Подумайте... Это бездействие. Так что гороскоп советует ей быть активным и предприимчивой. Вспомните притчу о двух лягушках в молоке и молотите лапками изо всех сил, не смиряясь с обстоятельствами. Сегодня именно тот день, когда лучше сделать, даже если не до конца уверен в своих действиях. Лучше жалеть о содеянном, чем об упущенном шансе. Впрочем, знаете ли, звезды обещают, что даже если дева и ошибется в чем-то, то ее промахи будут незначительными. Так что смелее двигайтесь вперед.
Любовный гороскоп для Девы. Сегодня гороскоп предупреждает о возможности конфликта между любовной и какой-то другой сферой жизни Девы. Возможно, перед ней в полный рост встанет проблема выбора между работой и личной жизнью. Или любимый человек приревнует ее к друзьям или даже к безобидному хобби. Найти компромисс всегда нелегко. Однако, какими бы в этот день ни было решение, Деве важно не только в чем-то уступать, но и отстоять свои интересы, особенно в тех вещах, которые для нее по-настоящему важны. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня на работе Дева может перетрудиться. Причем не как обычно, а на самом деле. Гороскоп рекомендует помнить о режиме работы и отдыха. Пожалеете себе. Никому не станет лучше, если вы заработаете себе невроз из-за попыток объять необъятное и вспахать невспаханное. На вас навалили слишком много. Не бойтесь сказать об этом. Деве стоит реально оценивать свои возможности. Если что-то не успеете, никто не оценит вашу попытку переплюнуть Стаханова. Ограничьте поле деятельности рабочей инструкции, не взваливайте на себя дополнительные дела. И тогда все будет просто замечательно. Весы. Весам стоит сегодня запретить себе мыслить стереотипно. Актуальные для них проблемы они смогут решить лишь с помощью нестандартного подхода. Гороскоп призывает: не бойтесь экспериментировать, бросать вызов системе и достигните своих целей быстрее, чем ожидали. Особенно удачен этот день для весов творца, художника. Сегодня к ним могут прийти действительно ценные идеи. Есть мысль запереться ото всех и прислушаться к тому, что шепчет вам музы. Любовный гороскоп для весов. Сегодня любовный гороскоп советует весам мечтать, но мечтать с пользой. Оторванные от реальности грезы не в чести. Выстраивайте в уме конкретные сценарии с максимальной прорисовкой деталей. Пусть одни называют такие мечты воздушными замками, другие считают их прогнозированием будущего. Если у весов уже есть любимый человек, предложите ему пофантазировать вместе, можно даже в спальне. Общие мечты и цели объединяют лучшие общие ипотеки. У весов сегодня есть шанс в этом убедиться. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весам представится шанс узнать что-то новое о своей работе, несмотря на весь их опыт и профессионализм. Не стоит воспринимать этот факт как свой недочет или недостаток. Вы же знаете, век живи, век учись. И это должно стать вашим девизом, дорогие мои весы, на целый сегодняшний день. Чтобы не прослыть закостенелым ретроградом, гороскоп советует впитывать новую информацию, а не доказывать с пеной у рта, что и без этих новшеств вы прекрасно справлялись со своей работой. А такое желание может появиться из-за уверенности весов в собственной безупречности. Смирите гордыню и учитесь новому. Скорпион. Сегодня все, что делает Скорпион, наполнено поэзией, а потому дела решаются почти сами собой, без особых усилий со стороны представителей этого знака зодиака. Скорпиону достаточно поймать с утра волну позитива и можно будет весь день буквально порхать, получая удовольствие даже от бытовых забот. Сегодня Скорпион легко находит выход из самых затруднительных ситуаций, выбирая прямой путь. Чтобы гармония не покинула вас, а ангел-хранитель оказал вам помощь, гороскоп советует быть честным с собой и с окружающими вас людьми тоже. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня Скорпион может почувствовать, что устал от недосказанности и недоговоренности в отношениях. День склонит его к тому, чтобы разобраться в намерениях любимого человека, выяснить его чувства к себе. В этот день вторая половинка Скорпиона может быть конкретно так приперта к стенке. Отвердеться от неудобных вопросов ей вряд ли удастся. В своем стремлении к ясности гороскоп советует сегодня Скорпиону действовать деликатно и различать ситуации, когда избранник откровенно затягивает развитие ситуации и когда сам пока не знает точный ответ на ваш вопрос. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня Скорпион должен подключить все свое внимание к работе, проверить каждую буквочку в договоре и каждую цифрочку в отчетах. Гороскоп предупреждает, где-то в рабочих моментах Скорпиона может ждать крупнейший просчет. Чтобы исключить возможность подобной неприятности, стоит посвятить этот день проверкам и перепроверкам. Не стоит поручать эту работу кому-то. Сегодня Скорпиону надо все сделать самому, чтобы не пришлось потом кусать локотки. Стрелец. Сегодня лучшим лекарством стрельца от всех невзгод станет...
Работа станет. Даже если у вас выходной, в этот день не стоит лежать на диване, найдите себе дело. Пассивность принесет лишь грусть и плохое настроение, а вот активная деятельность отвлечет от всех невзгод и печалей. Гороскоп называет этот день идеальным моментом для завершения начатого ранее, так что стрельцу не останется ничего, кроме как засучить рукава с самого утра и приступить к делам с удвоенным энтузиазмом и рвением. Любовный гороскоп для стрельца. Сегодня стрелец готов свернуть горы, чтобы оказаться в объятиях любимого человека или найти того, кто достоин этого звания. Если долгое время стрелец не находил сил или времени для любви, сегодня он может наверстать упущенное, получив невероятные эмоции от общения со второй половинкой. Что ж, порой лучше редко, но метко, чем никогда вообще, согласитесь же. Гороскоп на этот день благоприятствует знакомствам, свиданиям, романтике, доверительным беседам. Не упускайте возможности сблизиться с тем, кто вам по-настоящему дорог. Гороскоп карьеры и финансов для стрельца. Сегодня звезды обещают стрельцу необыкновенный прилив сил в работе. Все у него будет буквально гореть в руках, а энергии хватит на то, чтобы с лихвой выполнить все план по рабочим делам, да и под накопившиеся вопросы разобрать тоже. Единственным недостатком такой энергичности могут стать повышенные требования стрельца к партнерам. Чтобы не нажить врагов, стоит помнить, что не все настроено на одну волну с решительным и энергичным сегодня стрельцом. Убедитесь, что коллеги готовы поддержать ваш темп работы. Козерог. Гороскоп уверяет, в последнее время Козерог жил и работал в полсилы. Сегодня стоит проявить себя на все 100, будь то работа, веселье или отношения с любимым человеком. Не сдерживайте свои порывы, будьте активны, сегодня побеждает тот, кто действует, пока другие сомневаются. Козерог в этот день может справиться с делами пусть не идеально, зато очень быстро, а скорость сейчас дороже качества. Единственное, в чем Козерогу не стоит торопиться, это траты. С деньгами сегодня старайтесь не расставаться. Любовный гороскоп для Козерога. Если в последнее время у Козерога в отношениях что-то не ладилось, шло со скрипом, а иногда и вовсе стопорилось на месте, сегодня он может кардинально улучшить ситуацию, предложив решение в совместном стиле. Любимый человек Козерога не готов идти в ЗАГС. Предложите пока просто пожить вместе. Вы недовольны количеством бытовых обязанностей или необходимостью полностью обеспечивать семью? Поговорите о том, чтобы распределить эту нагрузку. Гороскоп утверждает, разговаривая спокойно, приводя аргументы и прилагая возможные варианты, Козерог сегодня сумеет добиться желаемого. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня у Козерога обострится чутье на денежки. Даже там, где никто из коллег не увидел ни малейшей перспективы, Козерог может найти способ выдавить хоть небольшую денежку или хотя бы сэкономить. Гороскоп советует Козерогу активно пользоваться финансовой прозорливостью этого дня. И не только для пополнения бюджета, но и на благо общего дела. Есть шанс, что сегодня Козерогу удастся улучшить и свои дела, и дела своей фирмы, или даже целого своего отдела. Водолей. Водолей сегодня настоящий decision maker. Он сумеет подобрать простое решение к любой проблеме, неважно своей или проблеме окружающих. В этот день ему все дается проще, чем обычно, а причина в том, что Водолей сегодня не склонен усложнять. Гороскоп ободряет. Выбирайте кратчайший путь и не ищите подвоха, если решение кажется чересчур очевидным. В этот день Водолей наверняка найдет повод воскликнуть: «А ларчик просто открывался!» Любовный гороскоп для Водолея. Любовный гороскоп Водолея предлагает ему сегодня попробовать себя в новом амплуа. Привыкли к роли хорошей девочки или мальчика-паиньки? Изобразите леди вамп или плейбоя. Вас воспринимают как объект вожделения? Продемонстрируйте беззащитность и ранимость души. Показав себя с новой стороны, Водолей в этот день заставит любимого человека взглянуть на себя с необычного ракурса. Возможно, в открывшемся уголке вашей личности он найдет те черты, которые вскружат ему голову и освежат чувства. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея.
Энергия Водолея сегодня будет бурлить, кипеть и требовать выхода. Сидеть на одном месте, да еще и заниматься рутинными делами, Водолей явно не расположен, а вот любые дела, требующие внимательности и быстроты действия, доставят ему истинное удовольствие. Если на этот день запланированы переговоры, то это просто удача, никто кроме Водолея не сумеет так красноречиво и обоснованно выступить, повернув любую ситуацию в выгодную для себя сторону. Сегодня ему удастся заключить сделки на очень выгодных условиях. Рыбы. Если в этот день рыбы находятся в нерешительности, им следует вспомнить слова Марка Твена: «Секрет того, чтобы добиться чего-то, это надо начать». Излишние раздумья, бесконечные консультации со знающими людьми, чрезмерная осторожность сегодня только мешают. Гороскоп советует рыбам делать и говорить первое, что приходит им в голову. Поддайтесь собственным импульсам и действуйте по наитию. Сегодня рыбы ведет по жизни интуиция, можно ей довериться. Любовный гороскоп для рыб. Гороскоп предлагает сегодня рыбам отказаться от сантиментов и подойти к любовным отношениям с прагматичностью прогрессивных европейцев. Проанализируйте свою личную жизнь на наличие в ней тяжких крестов, сожаления об упущенных шансах, бесперспективных связей, и одним махом избавьтесь от этого балласта. Для рыб наступил момент провести тотальную чистку. Новая яблонька, как мы можем знать, не вырастет в тени старого дерева. Сегодня рыбам стоит быть особенно безжалостными по отношению к любимым мозолям. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыбы будут пребывать в том состоянии, которое как нельзя лучше подходит для плодотворной работы. Умеренная энергичность без лишнего шила, внутреннее спокойствие и уверенность в своих силах. Все это позволит рыбам сделать сегодня большой объем работы и в самом ближайшем времени получить по ней прекрасные результаты. С таким настроением одинаково хорошо как начинать новые проекты, так и завершать текущие дела. Ну вот, вроде бы и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание, за лайки, за комментарии. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения, успехов во всех ваших начинаниях. Ну и конечно, мы скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.